На конкурс дети читают стихи. Лысак Егор, 9 лет, город Первоуральск. Басни Иван Андреевич Крылов, «Зеркало и обезьяна». Мартышка в зеркале, увидя образ свой, тихохонько медведя толк ногой. «Смотри-ка», — говорит, — «кум милый мой, что это там за рожа? Какие мне ужинки и прыжки! Я удавилась бы с тоски, когда бы на нее хоть чуть была похожа. А ведь, признайся, есть из кумушек моих таких крыльяк 5-6. Я даже их могу по пальцам пересчесть. Чем кумушек считать трудиться? Не лучше ли себя, кума, обратиться?» Ей Мишка отвечал, но Мишенькин совет лишь попусту пропал.